У вас ПДВ? Да. Да. У вас ПДЧ. А, вертолет нет. Да, я на машине долечу. Сейчас собрать подорублю. Пацаны, маски оденьте. ЛСПД, вот машины возьмите, чтобы в них именно все влезли. Кто без маски? ЛСПД тоже. Без маски. Может, оденете маску, блин? ЖДЛС 6 минут. Угу. А на том чё? Ой, вот. Так, по машинам сидим. Ты-то хватит машины? А хватит. Все влезу. Что, у меня еще одно место есть. Что, у меня тут три места еще есть. Пацаны, кто из ЛСПД, сядьте, пожалуйста, в машину, не тупите. Давид Андреев без маски, передайте. Кто машину поставил? Может за руль сесть, идиот? Что там такое? ЛСПДшник. Машину может поставили? Сели на пассажирское сиденье. Вон там Томас. Все? Так, ладно, едем. Там вон еще офицер. Борь, ну что? Который ближе к ацтекам там осталось. 16 минут. Ох, нифига он лагает по нему. Что? Ты сесть можешь. Все, поехали. Это считается как облава, наверное? Да. Ну, вообще нет. Сказали, типа, мне подождите. Да, подождите, я не знаю, куда ехать. На Крапритон уже делает. А, он рядом с отстеком, слышишь? Нет, 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 именно что наркопитон уже делает. Объекты есть у всех? Откройте тут. Я забыл здесь. Один, ты бери один, одну эту. Я другую. Ну вот я хочу. А кто 4 минуты осталось? Алекс Громов, вот только одна пуля в моей машине будет. Ну, поворачивай, что все. Видишь там наркопритон? Да, что-то не туда. На машине ЛСПД выключите поворотник, хорошо? Грузин, я, короче, вчера купил себе Инфернус, Буллет и Султан. Я еще хочу что-нибудь купить. Султан топ юитер. Добрый на мне. Я за 4.5 почти новый Султан. А объекты будет кто ставить? А сколько пробега? Где-то у тебя есть объект? Блин, я не взял. Юита, сколько пробега там было? Давайте тачками заградим. Вот, я еще тоже думаю, тачками заградим. А вас куда заградить тачками? Полез. 101 километр за 4.5 купил. 101 это я накатал, там вообще изначально было 80. Капец, вот я дурак, я за 5.3 купил сертификат. Он меня с нагнетателем выбил. Машинами перекройте входы нормально, вот как, не знаю, хотя бы хоть как. 3 минуты. Так, аж Романов, тебе это грядка? Нет. Да. Твоя там. Романов, ты чё на грядках едет, стоишь? Сейчас все сломаешь. Тут 4 минуты, там 3. Чё я там сломаю? Почва портится, понимаешь? Извини. Ты же у нас садовод, лидер садовода. А, ну, ЛПДП. Так, я могу сломать их или нет? Нет. Только если начать. Они станут на позиции. Чё вы там у этих грядках делаете? Это не ваша задача. Присредоточьтесь нормально, по крышам там прилей. Офицеры, станьте подружными. Господи, от меня Алекс Громов отъебется или нет? Что тебе имя? Сейчас еще один даст. Да, ты станешь в машине, если от себя кто-то огонь, тебя тут посадит. Все даже пустится. Блин, я не залезу на эту крышу. Я помню, здесь где-то можно залезть на крышу. Вот на крышу можно лезть. Вот на забор прыгаешь и из забора прыгаешь. Нет. Вот там получается на крыше прыгать. Вот тут разгоняешься. Я вот сюда.
Ай, неправильно. Новая приборная панель. Не редуть. Так, сразу говорю, поедем потом на следующий. Так что машину не теряйте. Чё? Что не так? Ой. Всё нормально. Что не так? Всё под контролем. У меня просто наркотики кончаются уже. Конечно, ты в день по 200 штук херач. Поменьше. Это зависит от дня. У меня на самом деле 2500 в машине есть, но я их тратить не буду. Это на черный день. На черный. Если с лидерки снимут, да, чтоб ты там закинул. Поймал передос, умер. Да-да-да. Все 2500 потребляют. У нас мокруха смерт. У нас криминал по коням. Вертушку летим на дань. Это кто на вертолете? Так, у меня по минуте осталось. Да, у меня просто. Кусты никто не собирает. Кроме меня, Романова и Юита, может быть. Но Юита лучше не надо. Не, я соберу несколько. Ну, один с моей грядки, один с Романа с Романа. Да. И мне вот этот нравится, он прикольный. Агрессивно. Угу. Хорошо. Аслан не номер один. Аслан так. Так. 125-й слэш ит 125. Так, у тебя есть время офнуться, пока я тебя не убил. У кого есть время? Он знает у кого. Он 0 минут остался. Вот, я его нашел. Прил себе нарко будешь брать, а куда мне его счет? По-твоему, на ЦР продавать? Это некрасиво. Самому лучше взять. Естественно, этот будет себе брать нарко. Ты чё? Для этого на ФБР встают, чтобы нарко выращивать. Что-то долго растут. У меня растут уже всё. Не, у тебя одна созрела. Роман, а моя не ещё. Вон твоя созрела только что. Вау, вот это поговорки. Так, как только, короче, собираем, я пишу в департамент, сворачиваемся, едем на следующий, вы по машинам садитесь и уедете. Люди, машины, один сядьте, чтобы они не испарились. 30 секунд. Пацаны, машины. По машинам сядьте. Выпало. Феррари стриснул нахер от кустов. Да я не буду. В БРовскую машину сядьте кто-нибудь на пассажира. И по другим вот, по пассажирам. Романов, сядь, пожалуйста, в машину лучше. И, блядь! Нет! Сядь, офицер Юита, сядь в мою машину, пожалуйста. Пожалуйста. Она открыта. Спасибо. ФБР-ску сел кто? Блядь. ФБР-ску сядьте. Не знал, сейчас пропадет. Сейчас ВПДшная одна, по-моему, от респавнится, по ней будем черпать. Спасибо. Мне еще респавн не прошел, пацаны. Тихо-тихо. Нарко плюс. Не уходим, респавна еще не было. Как мы узнаем, что респаун будет? Тут одна машина без водителя. А. Сейчас узнаем. ФБР? Здесь нормально. Не, ЛВПД. Вадик, ты все забрал? Сейчас забираю последний кус. Иди забирай последний. А, все. Не, вообще мне кажется, что респаун уже прошел. Вот уже должен быть сейчас. Алло, где респаун? А респаун долго не приходит. Так я помню, они сказали 15 секунд, я до машины добегаю, и все, оно уже исчезает. Говорят, сколько идет, поют. Где тут Абабаб? Это мой вообще куст был, алё. А, да, это же не Романов, вообще еще машина. Да респавн уже был, я не знаю. Что-то вообще не респавнится ничего. Сейчас посидим, последний куст. Нарко плюс 4. Так. Сука, и ушел. Стоп. У меня два нарко, я их юзанул. Конфетки надо или нет? Да, все, по-моему, респаун прошел. Видишь, даже у Романова машина не исчезает. Да. Так, по машинам садимся. Юта, садись ко мне. Ты будешь как какой-то хрен на машине патруль ездить, да?
Зигот. Зигот. Зинхай. Так. На, за 4 клана. Вот выстраиваемся вот тут вот у меня. Еще одна машина сзади. А ЛСПДшник, кто это вперед поехал? Не. Опа, опа. Что-то подумал. Было машин 10, осталось 3. Там две машины остались с патрулями. А что, они респавнили? Ну пока, стойте, короче. Вы видите вообще меня, нет? Романов, ты где? Да. Мы, блядь, на наркопритоне уже. Братан сажал. У меня, короче, залагало. Я смотрю, Романов кого-то уже дэмит. У меня маска наделась и потом выкинулась. Я за наркопритоне. У меня нет маски. Романов, дай маску. У меня маски нет. Ты играешь, что оно у тебя есть? Так, ладно, едем. У вас нет маски. Отыграй, слышь, дуй, что у тебя маски. 6-9-4 на 1 маску. Так может маску выдаст кто? Надо кому, вот подходите. Юи-то надо. Грузин, на нарко едь. Буранов. Блять, Юи-то отыграешь, что кому еще маску надо, кому еще маску Юи-то, надо? Юи-то, Юи-то, Юи-то. Как маска на лице отыграна? А, может увидеть. Все тогда, чё хер. Встал тут. О, здорово, Кодзаки, братан мой. Так, все, одевайте маски. Поехали. Алло, а чё не завязывается? Найс. Погнали. Вон там эти, якудзы. Конитива. У нас одного маски нету. Кто без маски, лол? Алло. Чё, едем, завариваем. Блядь, якудза херил, блядь. Юта уже тут. Да. Ой, ребят, лопата нужна кому? Нет. Как кстати, я заберу. Ты, кстати, можешь посадить? Так тоже машин делать отбили. Ты можешь посадить, ну-ка? Не знаю. Из машин то самое грузение. На крышу хочет кто залезть, покажу-ка. Маски, 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 ребят. Мне маска, да. Маску одеваем, кто без маски? Давайте, давайте. Если маски нету, подходите ко мне. Вы. Богатый. Давай. Где-то тебе Романов, маски надо, да? Кинь БК, пожалуйста. Как я тебе кинул? Короче, этот Робер... Через общий, через телефон. Брат, я бы кинул, у меня игра зависит. Он меня фаму принял, смотри. Я тоже в фаме. Да, я ему написал, типа, лидера сват прими. Романов, иди на ту плантацию, там 4 куста просто тут 5. А если человек заедет, по нему стрелять? Нет, сначала говорите, чтобы он уехал, то если не уезжает, то можно уже будет арестовывать или стрелять, если он попал. Эти кусты сломал. Если что, это в отчет идет как облава. Печень. Я знаю. Что там такое? Все не стреляет. Стреляет, ну что вы делаете? Что там на велике? Главное, чтобы отстеки не завалились к нам. Да мы их узнаем. Мы их нас больше. Да. Нас больше. Людин, ты умеешь плюс-тэшить? Я тоже. Не хочу плюс-тэшить сейчас. Сейчас не хочешь? Я не хочу отлететь. Жалко. Да дадут письмо, за счет ты? Будет 2 письма, да? Не говорю, тебе еще же не написали то, что... Так что у тебя пока нет этого письма.
Фактически она есть. Просто Роберт еще спит. Скорее всего. Пустушка. А, это ЛПД. Где? Джигбули что ли прилетел? А, он сам. Ты меня за четыре кикнул. Какой я резон. Ты что, в Грудине спалили, в смысле? Спалилось так, ну и что? Вы зачем тут сейчас вертушка ЛПД прилетела и чё? Они на машинах, в смысле, сейчас, подожди. А мастеки собирают по машинам. Откуда ты это знаешь? Сейчас хожу до посмотрю. Опа, кто сейчас по мне стрелял? Директор, дайте нарко. Директор, да, да, нарко. Вчера еще Рома этот... Двач. Я тебе потом расскажу, подставил пацана вообще по дику. Я не знаю, где они собираются по машинам, их мясовок пускай. Мистер Баллов, продайте нарко и оружие. У меня наркотиков нет, только оружие. Ладно. Челик спрашивает в рацию от стек Мигас, как проснуться в следующий раз дома, а не на... Вот бы мне тогда. Вот. Грудин твоя очередь. Все, больше никто не будет писать. Я могу написать, но... Так, встаньте, офицеры, вот, которые вот тут стоят на большом, встаньте вот сюда, вот где у меня чтаха стоит. Тут просто задний вход, они могут отсюда залететь. Все, пару штук. Вот мразь хорошо вот встал на это. Вижу, мразь читаю, мразь читаю. Людей, помоги, еще упаду, лови. Посмотри, команда. Блин. Что? Смотри меня по РП. Ты на крыше? Я тебя не вижу. Где ты? Все, ты играл. Я вот здесь висел. А, да? Найс. Так, сколько? 2 минуты еще. Мы за Грув Стрит, пацаны. Кто это сказал? Пацаны, вот кто сейчас гоняет один? Валера, да? Валера, вот не надо так делать. В смысле? Валера, вареник захотел покушать. Ну чё, то, что я не буду покушать. Тут по одной минуте осталось. Mm-hmm. Ты же будешь, ты будешь один куст собирать? Ну если дашь один, то я не буду. Собирай один. Поделишься. Мне всего лишь два нарка выпало. Да, с того куста. Как это вообще выбирается на доме? Он тут слышал, вот это первый выпадет, это первый. Окей. Пуся. Теперь наша эпоха хавать нарка. Пуся. Один наркозависимости, это достаточно. Ого, у меня ноль просто, я ни разу не юзал цель. Вообще никогда, я понял. Я хотел уже Энрике убить. Это наш потом. Зачем не заметил его, нет? Так, чё, Романа собирает? Нет, чё, не вижу. Я собираю. Чё, даже две почти. Сколько у меня? На 11. У меня 22. Ну вот, как раз поделишься. Нормально. Это 125-й, это с какого ПД? С какой ПД? Не ЛВПД. Это ЛВПД, скорее всего. Паладинов тут? Так, там отстой крутится вон где-то там. Прогоните его. Только не стреляйте по нему.
А. Ну, вообще, он будет уволен. А если он целых ПД, такой орёт. Господи, сам орёт. Земля пуха. Он, короче, сел с ПД. А, не, не с ПД. Нет, да. Не, не с ПД. Короче, знаешь, с РКПД будет. Что там такое кричит? Кричит нас на нему, блядь. Ну, всё понятно. О-о-о. Предатель Родины. Я с этого... 22. Тебе 22 дали опять. Да, грудью, что нарко вообще валит. Да, я тоже что-то заметил. А где это нак? Что-то я его не видел. Романов, запусть за меня, мой, если что, трипер. Вот за меня. Перед тобой. Плюс 2. 29, лол. Эти наркотики употреблять нельзя, они испортились. Два нарка всего лишь выпало. Испорчу тогда. Девятнадцать, нихрена ты пожвать. По нам стреляют. Где? 48. Отстой, походу, слева. Вроде 48 упал. Да. ЛН? Факты, да? А, элиты. Иди, мне эти передал, что ко мне как претензии потом не было никаких. Я тебе передал. Не отходите далеко, они провоцируют. Поехали еще кого-нибудь. На сдачу возьмем. А, грузини вылетел. Все грузини? Нос, нос. Собирайтесь, сворачиваемся уже. Напишите, да. Сворачиваемся уже. Юита садится. Энрике и Юита садится. Ну там места еще не хватило. Валера, садись. Кто-то. Одно место вертолета ЛВП, да. Да блять. Султан. А, я султан без нагнета, кстати. Я не знаю, нагнетатель все портит, у меня вид портится вот там вообще. Романов, тебе нравится мне? Бля, Султан, ну я Султан. Ну типа она стоит, что подороже будет стоить. Этот нагнетатель 700к стоит. Это уже облава закончили? Че, вы все там закончили? У меня просто GTA. Да, да, да. Мы да. Тебе скинули нарко. Какая страшность. Да, посрать. Я проверю. Ну, короче, Юта, ты написал или Влад? О том, что заканчивается. Написал. А? Написал? Я написал. Юта написал.